все прогоним, чтобы это вызвать. Может кто-то будет это делать у себя на занятии или заниматься, может не будет. Но попробуйте именно так попробовать выйти из асаны. Ну давайте, выходим. Становимся, делаем вдох, грудь раскрываем. Сейчас виньяса все переварит, на что мы скушаем, очень быстро. Делаем вдох, выдохом скользнули. Руки вперед, прыжок назад. Что мы делаем сейчас? Выходим в горку. Теперь мы прыгаем вперед. Ноги вперед, вытягиваем, скользнули. Вдох, выдох, опустили. Теперь нам нужно выйти в то положение, в котором мы были. Как мы это сделаем с помощью виньяса йоги? Округляем спину, подтягиваем ноги. Скольжение приподнято. Теперь то же самое без меня самостоятельно. Вы делаете, я просто хожу. И еще один раз. Это Света потом в раздевалке. Видите, сколько асан много надо делать, чтобы перейти за все, с этим понятно. Теперь задание более сложное. Вы лежите животом вниз, и вам нужно перейти из положения животом вверх. Вы делаете лук, а вам потом захотелось вдруг, ни с того ни с сего, сделать полумост. И как вы это сделаете? Пошумляем это желание. Пускай вас свит, значит. Не будем рвы. Хорошо, лук. Света, давай. Я думаю, как выходить. Не, ты сделай. Я дышала. Теперь что мы делаем? Горку на... Подпрыгиваем, скользим по ногам, подрываем. Не-не-не-не-не, мы же хотим делать что? Полумост. Надо лечь. Лечь. Ложимся на спину. Да-да-да. Пацан правильно, Юля правильно сделала. Раз. А теперь надо назад из этой асаны вернуться туда. Ноги. Все, заново, еще раз, пока не лечь. Еще раз. Подождите, немножко я записываю. Давайте еще раз. Давайте посмотрим на Юлю, она сейчас правильно сделала. Давайте, Юля, раз. Опа, с самого начала. Ага, да, раз, теперь что мы делаем? Оп. Да. 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 Вопрос к вам. Нужно же сделать наоборот, просто перекрутиться, и тогда голова будет в другую сторону.